Уважаемые зрители, большая просьба, во избежание неловких ситуаций, отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Я вообще ничего не знал о компании ТПК, но теперь знаю, что она одна из самых крутых компаний. Знаете почему? Потому что более 1500 АЗС по России и странам СНГ, более 700 АЗС по странам Восточной Европы, и я-то на машинах часто езжу, уж поверьте мне. С днем рождения! ТПК? Да, слышал. Раньше другая компания на рынке звездилась, тоже из трех букв. Но 5 лет назад эти ребята вместе с лидером нефтянки задумали невозможное. Сначала тихо-тихо успокоили бдительность конкурентов, а потом бах! И в дамках. Теперь у них лучшее решение на рынке, самый правильный топливный процессинг, да и по лояльности они круче всех. Ну, они лидеры, в общем. Молодцы. Как? Им уже 5 лет? А меня не пригласили? Странно. Я их часто в Питере вижу. Кого? ТПКшников. Они же в Москве сидят. Не только сидят, но и работают. А в Питере их любимый клиент. Ездят его контролировать? Да нет, управлять ожиданиями. Точно не пригласили? Может, просто забыли передать? Русские говорят, обещанного 3 года ждут. Еще их Москва 3 раза строилась, и еще 3 раза отмери, 1 раз отрежь. 7. Что 7? 1. Ну ладно, а вот онлайн реально всего за год сделали. Хоть и не с первой попытки, зато как сделали. Молодцы, ребята. С праздником вас. Ну ладно, ну не пригласили и не пригласили. Все равно поздравлю их с 5-летием. С праздником! Я очень люблю, когда все процессы автоматизированы. И все сделано для людей. Поздравляю ТПК с праздником.